don't stop until the break of dawn. I'm singing. Доброго времени суток, друзья! С вами Вектор, и сегодня я хочу вам показать очередной механизм в Майнкрафте. И давайте перейдем к просмотру этого механизма. И этот механизм представляет из себя генератор гладкого камня. Если мы нажмем на рычаг, то у нас будет генерироваться камень. Это происходит из-за того, что лава и вода пересекаются. И давайте перейдем к постройке этого механизма. А перед началом постройки этого механизма вы должны поставить два блока. И далее вот здесь вот добавляем по блоку. Далее мы вот здесь вот добавляем еще блок, и вот сюда вот мы ставим обычный поршень. Далее мы вот здесь вот добавляем еще два блока, и на вот этот блок мы ставим кусочек редстоуна, а вот сюда вот повторитель. Далее мы ставим вот здесь вот два блока, и вот этот блок убираем. Далее ставим здесь блок, и на этот блок мы ставим кусочек редстоуна. Далее мы вот здесь вот ставим воронку. Этот блок убираем и ставим еще одну воронку. И это у нас получится клок-генератор на воронках. Далее мы здесь добавляем блок, и на этот блок мы ставим компаратор. Далее мы здесь ставим липкий поршень, смотрящий наверх, и на него ставим блок. Далее мы вот здесь вот ставим блок, и здесь мы ставим стекло. Ну, я ставлю лично стекло, потому что оно в этом механизме смотрится красивее. И добавляем еще вот здесь вот стекло. Далее мы здесь временно ставим два блока. И вот сюда вот мы льем воду. А вот на поршень мы льем лаву. И далее мы убираем вот эти два любых блока. И у нас уже здесь преобразуется гладкий камень. И в воронке мы кладем любой предмет. И как вы видите, у нас уже генерируется гладкий камень. И чтобы остановить этот генератор, мы просто ставим здесь рычаг и нажимаем на него. И тогда он больше не будет генерировать вам камень. И на этом все. Я думаю, вам понравилась эта серия. Если она вам понравилась, то ставьте лайки и комментируйте, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. И всем удачи, всем пока!